Хей-йоу, друзья, всем привет, с вами, как всегда, мой профессионал, енот и нубик, поздоровайся. Всем привет, ребята. Добро пожаловать на арену растений против зомби. Я уже не помню, какая это часть, по-моему, пятая или какая, нубик. Может быть, около того, да. Вот, и, в общем, сегодня нашим боссом будет вот такой вот гигантский зомби-йети. Вы только посмотрите на его стрёмную рожу и красные глаза. Прикинь, сколько он людей сожрал уже, нубик? Да, блин, я даже не знаю. Ребята, пишите в комментариях зомби-йети, вот, как можно больше раз, вот, и как только наберется под этим роликом примерно там где-то 200, может быть 300 комментариев, вот, то мы сразу же придумаем что-нибудь новое для следующей арены растений против зомби. Я знаю, вам это нравится, и у меня есть одна идея, вот, поэтому помните, пишите в комментариях слово зомби-йети как можно больше раз, вот, если под этим роликом соберется большое количество комментариев, то я сделаю что-нибудь прикольное. Вместе с нубиком. Да. Ну что, ты готов сегодня? Пошли торговцев посмотрим, да, что там нам продает посмотрим. Дэйв. Мы, кстати, Дэйва излечили после предыдущей драки с ним. Вот он здесь у нас стоит. Смотрите, я обычный такой, не зеленый. И продает он нормально с ним. Ледяной горохострел, ночной грибок, сторожевой гриб, грибище какое-то. И ледогриб продает. Нифига себе. Интересно, я хочу посмотреть на ледогриб. Слушай, с грибами мы еще с тобой не сражались на арене, да? Я на грибище хочу посмотреть. Как ты думаешь, что это такое, нубик? Не знаю, мне кажется, какой-то здоровый гриб, который стреляет резко, но метко. Броня новая еще, ничего себе. Так, а ну, ух ты, я такое еще не видел. И можно теперь кожу покупать за гнилую плоть, хорошо. Так, что у нас здесь? Есть что-нибудь? Нет, здесь ничего нету. А в оружии... Эй, о, подожди, в смысле, а что это такое? Так. У нас больше нет дефабрикатора и того имбового дробовика. Смотри, у нас есть теперь это базука какая-то. У нас есть базука ядерная. Слушай, нифига себе. Мы можем это использовать на каких-нибудь последних Но волнах. Она только с одним зарядом. А, подожди, она же завалит все растения. Короче, нужно использовать ее с умом очень осторожно. Да. Ну что, я думаю, время дожидаться первой волны. По да, идее, она думаю, уже должна она скоро вот пойти. Скоро пойдет. Кстати, прикинь, если бы сюда ворвались какие-нибудь гигантские зомби по типу Гаргантюа и просто здесь все разнесли, смотри. Идут. Первая волна уже здесь, погнали, будем ее сегодня разбирать. Так, ну-ка, ай-яй-яй-яй. Ну-ка, получай. Так, а ну-ка. Оп, нубик, давай, мы должны справиться просто, с первой волной. Мы так просто не дадимся вам. Слушай, по-моему, раньше на первых волнах было поменьше зомби. Да, мне тоже так кажется. Почему-то. Ну-ка, получай. Может быть, их стало больше? Не знаю. Возможно, арена немножечко усложнилась, стала более сложной, хардкорной. Может быть. Нам предстоит побольше запариваться. Так, я видел, там растения продавались прям за дешман вообще. Какой-то ледяной там был, замедляющий, получается, горохострел. Да, поэтому ты тоже хочешь купить как можно раньше, да? Я надеюсь, нам выпадет хотя бы два нагрудника, чтобы мы купили себе еды, ломики и, наверное, что-нибудь из растений. Так, пока ничего не выпало, мясо только, я вижу, валяется. Так, блин, о, кожа ничего выпала. Не выпало. Так, у нас есть два мяса, две кожи. Оп, так, вон валяется еще одна штука. Погнал, так. Давай, нубик, добивай. Они там немножечко все накоцаны, у меня уже тут 4 сытости, офигеть. У меня тоже самое. Ну а тебе, ну а, получай. Есть контакт, хорошо. Ничего из тебя, так, да? Так. На, ай, блин, так, меня снова ударили. Оп, выцепил. Не выпал нагрудник, нет? Не выпал еще. Так, давай, я разбираюсь здесь просто с тремя зомбаками, сразу какой-то мастер кунг-фу. Оп. Так, на так. Тебе, получай. Так, по идее, сейчас они уже должны откидываться скоро, потому что у них так, по, давай, мало здоровья. Вот, о, нагрудник, хорошо. Ага, хорошо. Это второй? Да, это второй. Хорошо, давай третий, может, еще выпадет. Ну-ка, нет, там знаю. Не выпал. Нет, не выпал. Ну так, ладно, два нагрудника тоже неплохо. Да, вот здесь еще опыт валяется, так, можно его тоже поднять. Собрали. Так, давай неси быстрее сюда, потому что у меня три сытости осталось. У меня тоже самое. Я уже даже бегать не могу. Давай. Так, у нас есть два нагрудника, два куска, так, и еще сюда. Хорошо, сейчас мы, значит, берем, все меняем на гнилую плоть, шкуру тоже меняем на гнилую плоть и покупаем. Так, я даже вот не знаю, с чего начать. Давай, наверное, возьмем еды. Возьмем вот этот стейк, вот этот. У нас остается 12 штук. Держи 5 тебе. Так, сейчас подкрепимся. 4 у меня осталось. Оп, сюда сразу 2 израсходовали. И посмотрим, что мы можем взять из растений. Ледяной горохострел, ночной грибок, сторожевой гриб. И мы можем взять ледогриб, сразу замедляющий. Может, попробуем его использовать? Сразу? Ну да, наверное. Ну, или будем начинать с маленьких? Не, давай с маленьких, наверное, будем начинать. Хорошо. Так, сколько мы возьмем их? А сколько можем? А мы можем взять для начала 4. Так, подожди, 4. Так, 4. Во, мы можем взять
5 ледяных горохострелов и взять себе 2 ломика, получается, чтобы можно было драться не голыми руками, а уже каким-то более-менее неплохим оружием. Кстати, возможно, его получится зачаровать, и да, можно? Слушай, на 30 уровень. О, гибель насекомых 4, прочность 3, понятно. Гибель насекомых 2. Ну, тебе еще хуже повезло. Так, ну, хотя нет, еще хуже мне, потому что я потратил гораздо больше уровней. Так, никто там еще не идет за ним? Давай поставим куда-нибудь эти горохострелы, вот так вот через один будем ставить. По идее, они должны замедлять, и зомби будут идти. Ой, пошли, смотри. Стреляют уже сразу, я подумал, по тебе начали стрелять. Не-не-не-не-не. Так, а ну-ка. Ну что, давайте, зомби, попробуйте теперь на нас нападать. По-моему, с третьей волной мы расправляемся очень-таки быстро и легко. Так, ну-ка, получай, нагрудник уже один вижу. Ну-ка, ну-ка, я пока ничего не вижу, но пока все идет довольно неплохо. Так, второй нагрудник есть. Да, там, пошел, по-моему, третий пошел. Нагрудник был еще. Все, отлично, так, слушай. Ну-ка, все. Так, мы превосходно справились. Смотри, вот это вот. О, нифига себе, у тебя 3 нагрудника еще было. Да, да. Замечательно. Так, я побежал, все сейчас обменяю на гнилую плоть, и мы посмотрим, на что нам хватит. Я, наверное, куплю... Так, будем, может, крутое оружие покупать или не будем? Не знаю, а можем. Так. Я, короче, меняю все по-прежнему на гнилую плоть. Но мы можем купить мечи на 7 урона. Хотя у нас у ломиков 6. Да, по-моему, сомнительная трата за 7 гнилой плоти. Да, явно, да, явно. У нас есть 33 гнилой плоти. Мы можем купить себе что-нибудь. Давай, наверное, себе какую-нибудь пушку купим. Давай. Так, нам хватит на 2 двухстволки. Ой, ну двустволки, ну такое. Ну правда. Я тебя понял. Так, а что мы тогда возьмем? А давай возьмем грибов, м? Грибов, давай. Да. Мы можем взять ночных грибков кучу. Давай. Получается 6 штук. Берем? Давай, да, берем. Так, берем 6 ночных грибков, друзья. Сейчас посмотрим, что это вообще такое. По идее, это должны быть какие-то малюсенькие грибочки. Кстати, я бы, наверное, еще еды прикупил, потому что у меня осталось 2. У тебя там тоже, по идее, мало. У меня 3, да. Ну, я думаю, хватит. Так, я могу тебе дать 6 еще, хочешь? Давай. Так, держи тебе 6, и у меня 6 остается. Погнали, сейчас поставим грибы куда-нибудь спереди, и, скорее всего, где-нибудь... Да, смотри, какой маленький, миленький грибочек. Вау, хорошо. Так, прикольно. Давай расставляем их вот сюда, вот сюда, вот сюда. И один, наверное, поставим еще вот с этой стороны. Вот такая у нас уже армия растений получается. А это значит, что мы все сделали и готовы ждать третью волну, получается, да? Да, третью волну, да. Вау, здесь еще опыт валяется. Нужно все забрать сразу. Да, же. Обязательно. Я вроде бы как, знаешь, что думаю... смотри, по идее... Зомбаки. Ой-ой-ой, так, ну ладно, стоим пока здесь. Да. По идее, так. Эта арена должна быть не особо такой короткой, вот. Возможно, здесь будет увеличенное количество волн, поскольку у нас в помощи есть вот такие вот миньоны-растения. Так, не, ну смотри, пока справляются, блин, там, конечно, подходят. Ну но... да, я сейчас попытаюсь пресечь эту попытку подойти. Да, давай, ну-ка, оп, сюда, получай. Так, а ну, получай. Грибы наши не трогать. Давай, понемножечку уничтожаем. Вот так, вот эти дурацкие зомбаки улетают просто на раз, два, три. Тихо. По-моему, мы кого-то потеряли. Нет, просто откинулись они в сторону. Да, просто на, получай. Я надеюсь, у тебя большое количество нагрудников, потому что я только один поднял, вот, и больше нигде не видел еще. А ну, ты видел нагрудники? Посмотрю. Не, я не видел, подожди. Так, они раскидали наши растения, и... А, вот, все нормально, они уже обратно на места вернулись. И, так, здесь еще опыт валяется. Что там, есть хоть один нагрудник еще, а? Да, есть у меня нагрудник, да. Значит, тогда, получается, все тебе повыпадали. Хорошо. Так, идем к торговцам или здесь будешь выкидывать? Да, пошли к торговцам. Погнали к торговцам, сейчас все обменяем. Так, сейчас я выкидываю тебе вот это. Я стою здесь и уже все меняю на гнилую плоть. Вот это. Возможно, скоро нам придется закупаться броней, потому что уже, как ни крути... Да, уже четвертая волна скоро будет. Большая волна, да. Так, давай, наверное, перекинем мясо сюда. У нас есть 66 кусков гнилой плоти. Мы можем купить... Так, что мы можем из оружия взять себе? Да, пора бы оружие взять, я думаю. 70, 30. Ну, мы можем купить лазерку, либо электропушку. Ага. Вот. Плюс М4, вот эту винтовку. Так. Как бы выбор. А, у нас, подожди, у нас патронов вообще мало будет. А сколько у нас синих штучек? 13. 13, да, патронов будет немного. Нет, ну, лазерка, по идее, для нее хватит 13 обоим на волну. Вот, ну либо же электропушку, она по идее, ну она быстрее будет патроны тратить, чем лазерка. Вот, так что, мы можем взять одну пушку и купить еще растений. Да, я предлагаю на самом деле, чтобы ты взял какое-нибудь оружие, и мы купили я еще лазерку. Ага, так, мы купили каких-нибудь еще растений. 13 обоим, держи, будешь ты стрелять, наверное, так? О, давай.
Вот, и знаешь, что еще нужно прикупить будет? А? Я предлагаю купить за 10 этой гнилой плоти 16 паутины, чтобы можно было как бы замедлять зомбаков не только выстрелами. Так, мы можем купить ледогриб. Давай возьмем ледогриб. Давай, 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 давай. И нам хватит на сторожевого гриба. Вот, на грибище не хватает, но я думаю, после следующей волны мы что-нибудь приобретем. Ну да, по-любому купим. Так, куда воткнем ледогриб? Сюда, вот где я стою. Прям сзади? Может, спереди, чтобы он заменял? Спереди, да. Так, давай, получается, пам. О, нормально. Нифига себе, смотри, какой голубенький. Ага. Прикольно. Так, и у нас остался еще сторожевой гриб. Давай поставим его между вот этими где-нибудь здесь. Фига себе, он высокий. А, высокий, да. Нормально, так вымахал. Ребята, смотрите, какой получается у нас уже здесь, хотел сказать, зоопарк, но это что получается? Ну да. Так, это террариум? Не, не террариум, это террариум, это с этими. Блин, да не знаю. Гербариум, во. Да, да, да. Нормально, так, нормально. Слушай, так, ну давай ждать следующую волну, посмотрим. У нас еще есть паутина, можно ее расставить. А, точно. Вот тут ее можно расставить. Ты предлагаешь прямо здесь расставить, да? Ну да, давай. Да, типа недалеко прям. Так, давай я предлагаю как-нибудь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Блин, одну промазал. Так, 9, 10, 11... Ой, зомбаки идут! Ё-моё, так, отходим. Ну что, ой, смотри, ледогриб стреляет маленькими этими штучками, ага. Их очень много. Да, так, я вижу. Пойди... Он их очень сильно замедляет. Смотри, они замедленные, вообще идут зомбаки. Ну да. Так, нормально. Нормально. Ты иди сюда, стань вот здесь, а то они все идут в угол к тебе. Так, ну, иду. Давай. Ты что, пушку выкинул, а? Да я случайно растерялся. Давай. Не, слушай, нормально, смотри, ледогриб прям вообще разносит их. Замедляет очень сильно. Смотри, они прям стоят на месте в паутине, потому что они настолько медленно двигаются, что прям вообще даже практически не видно. Вот мы им отрезали. Блин, там идут еще зомби. Так, пока держим. Да. Это, о, все заканчивается. Так, ну эта волна прям, да, мы прям ее вот прям, вот знаешь, прям впритык выдерживаем. Предлагаю, знаешь, что сделать? Чего? Поставить шипы, которые выдвигающиеся перед паутиной. Да, давай, да. Чтобы они получали урон, замедлялись. Это будет вообще. И было бы вообще прям неплохо. Так, по идее, мы сейчас уже со всеми закончим. Я даже не ударил ни одного зомби за эту волну. Это какая уже, пятая волна, по-моему, да? Нет, четвертая. Четвертая, да. О, все, побежали собирать. Оп. У нас здесь прям огромное количество ресурсов валяется. Куча опыта, да, куча мяса вот этого свиного. Собираем. Оп. Гнилая плоть и, конечно же, синие частички. Забираем вот это. У меня уже 34 уровень собирался. Да. Давай, я у тебя тоже опыта тут подворую. Да, пожалуйста. Так, и здесь не заберу. Осталось ресурсов, да, по-моему? Да, я собрал 6-7 нагрудников. 7 так, нагрудников есть нагрудники? Да, 6 штук. Нет, подожди. 7 я собрал. Так, побежали к торговцам. Сейчас будем определять, что у нас там получается. Раз, по 2, 3, 4, ресурсикам. 5, возможно, 6, броню 7, стоит купить, да, будет сейчас. Вот так. Так, да, броню, наверное, надо будет купить уже. Смотрим, что по коже. Значит, нам 2 сета обойдутся в 80 кожи. Мы сможем себе 80 кожи оформить? Так, я не думаю, знаю, посмотри. Я думаю. У нас получается... Так, 70... Ровно 80, слушай. Вот о, прям вообще ровно 80. Хорошо вообще. Так, берем тогда 2 кобальтовых сета себе. И будем бегать в кобальтовых сетах, соответственно. Так, берем нагрудник, берем, получается, поножи и сапоги. 21 кусок гнилой плоти у нас остается, держи это давай, тебе. Давай, так. Это мне. Ух ты, смотри, какая серая броня. Ага, а кстати, зачаровать можно? Зачаровать, по идее, можно. Так, на 7. Защита 2, супер. Защита 2, прям вообще, на 9. Подводник взрывоустойчивость. 1. На 15, шипы 1, взрывоустойчивость. Прочность 2, шипы 1. Третий уровень, блин, на третий уровень не выпадет, скорее всего, ничего. Шипы 1. Так, ну... О, третий уровень. Подводник и прочность. 2. Не супер, но сойдет. Ну, шипы и защита вроде неплохо, зомби будут коцать себя. У тебя патронов, ну, да, еще много осталось на лазерке? Да, достаточно. Хорошо, тогда давай, может, обменяем синие частички на плоть, так, чтобы было немного побольше. У нас 36. Давай, да, а ты себе не будешь покупать оружие сейчас? Не, я лучше потрачусь на грибы. Давай возьмем грибище. Так. Ага. Возьмем грибище, и нам не хватает, блин, одного кусочка плоти, чтобы купить второго ледогриба. Ладно, блин, давай тогда возьмем, два ночных грибка или ледяного гороха. Давай возьмем ночных. Давай берем два ночных, короче, вот так вот, сюда, и идем расставлять. Так, это кто у нас? Это грибище, куда грибище поставим? Так, грибище. Давай тоже спереди вот здесь. Да. Ух, нифига, вот это... Какой. Он в два раза больше, чем вот этот ледогриб, или как он называется, я забыл. Злой чел, агрессивный, да.
Прям, да, такой, слушай, борзый. Так, давай берем ночной грибок и ставим его где-нибудь здесь. И второго поставим вот здесь. Короче, хочу создать симметричную армию, поэтому нужно как-нибудь потом будет это все подокупать и доделывать. Ну что, будем ждать, получить какую-то шестую волну, пятую, да. Вот, и потихоньку нам нужно будет еще строить свою базу. Ой-ой-ой, я забыл еще шипы поставить, нужно быстрее бежать сюда. Да, ну ставь тогда быстрее. Сломать вот эту штуку, так, давай ставим, быстрее. Запаки пошли, аккуратно. Я уже убегаю. Офигеть, еле успел. Так, хорошо, смотри, не все за мной побежали. А ну, грибище. Грибище, смотри, синими стреляют. Ага. Оно вообще выносит их, как дробовик. Это реально. Слушай, нам надо, короче, так, надо стоять вот здесь, где-то в центре. Это имба. Вот сюда, иди сюда, они на тебя все идут. Я здесь стою. Так, во, все, чтобы они шли в центр, и он, короче, по ним всем гасил, попадал, и просто вынос был максимальный. Так, ну-ка, получается? Да, получается, смотри. Куда пошел, в обход. Ты только посмотри, как он разносит этих зомби, офигеть. Нубик, мы с тобой, мне кажется, пройдем эту арену до конца. Хотя, кто знает, что нас ждет впереди. А, вот именно. Вдруг там будет что-то более серьезное, чем вот такие маленькие зомбачки обычные, к которым мы уже все так давно привыкли. Смотри, не там знаю. Куча нагрудников валяется. Я бы их с удовольствием собрал. Я бы тоже, давай подождем, пока закончится волна. Шипы, конечно, нам очень сильно помогают. Да, блин, еще идут, походу. Так, нам нужно будет строить где-нибудь здесь такой подъем наверх, чтобы мы могли стоять и смотреть сверху, да, что там происходит. Да, балкончик. Это очень-таки неплохая идея, я бы с удовольствием ее воплотил в жизнь, реализовал. Так, мне показалось, что кто-то наступил на наш грибочек, но нет, вроде бы он целый. Опа, смотри, обходят. Обходят, да, умнеют, что ли. Куда пошел? Да, даже не знаю. Нет, пока что все просто замечательно. Нубик, мы с тобой справляемся просто на... Ну, вернее, растения справляются на ура. Мы с тобой почти просто так, стоим. Так. А вы чё? Грибище, давай стреляй по ним. Вот так вот. Надо еще парочку купить. О, все, слушай, погнали собирать. Оп. Так, главное, чтобы следующая волна прям сразу не пошла, а то нам будет не сладко, мне кажется. Ага, это точно. Так, ну-ка, забираем. Забираем, тут еще чуть-чуть валяется. Хорошо, здесь все собрал. Давай дособирай, потому что у меня уже инвентарь, мне кажется, сейчас забьется. Сейчас почти посмотрю. Полный инвентарь нагрудников, прикинь. Так, ну-ка. У меня маловато. Отправляемся сюда. Ну да, я, походу, все абсолютно собрал. Ну ничего страшного, мы же, в принципе, как бы делимся. Ну так, да. У нас есть один шип. Предлагаю его куда-нибудь дропнуть вот сюда. Так, хорошо. О-о-о-о-о-о-о-о. Мы так, с тобой уже прям... Все. Богачи в плане гнилой плоти. Да. Так. И у нас есть очень много мяса. Кстати, мясо тебе надо? Не, хватит еще. Я, наверное, все-таки его тоже обменяю, потому что оно занимает лишнее место. Вот, а так сразу поменяю все. Держи тебе половину. Ну давай. Чтобы было. У нас есть довольно такие большое количество плоти. Целых 3 стака. Вот. Я бы, наверное, что-нибудь доприкупил. И, возможно, купил бы себе пушку наконец-то. Так, давай возьму себе. Блин, даже не знаю, что взять, ё-моё. А сколько у тебя плоти? 3 стака. Так возьми себе лазер сразу. Или вот этот вот, пушку вот эту за 96. Почему бы и нет? Давай лучше построим что-нибудь на базе растений и вообще нашу базу. Я возьму вот эту пульс-винтовку. Да, или вот. Давай так. Так, патронами она стреляет вот такими. Беру, сколько тут обоим у нас получится. Ну, штук 52 должно хватить. Так, еще одну, пожалуйста. Спасибо. Так, что у нас еще остается? У нас остается еще довольно большое количество плоди. Так, мы можем взять. Давай возьмем 2 грибища. Так, 2 грибища. Uh-huh. 2 ледогриба вот этих вот. И, наверное, 2 сторожевых. Так. Сюда, все это дело мы размещаем. Так, ну-ка. Это у нас сторожевой гриб, это сюда. Это у нас тоже так. Сторожевой гриб. Это вот сюда. Армия наша потихоньку увеличивается, Нубик. Да. Так, ледогриб у нас должен быть вот здесь. И здесь у нас еще один ледогриб должен быть вот здесь. Этого сюда и вот этого сюда. Хорошо. Вот это уже выглядит серьезно. Мы с тобой очень сильно прогрессируем с каждой волной. Вот, и теперь нам нужно что-нибудь построить будет обязательно, потому что без постройки прям вообще что-то не очень, не в кайф. Я думаю, мы не будем что-то прям такое прям сильное строить, да? Ну, или наверное, это... Ну, не знаю даже. Я думаю, можно построить просто балкончик. Давай, смотри как. Подожди, здесь поставить не могу. Давай вот тут могу поставить. Так, сейчас смотри, что делаем. Мы берем вот так просто в три блока. Ставим сюда лестницу, вот так вот. Строим немножечко вверх и сделаем себе наверху такую платформочку. Вот так ну вот. Вот, да, я об этом и говорил. Чтобы можно было здесь стоять и сверху наблюдать. Над ними прям. А, ты вот так прям. А, вот да.
Да-да-да, я вот сюда вот так вот и иду потихонечку. Блин, случайно этот сломал. Поставил, вернее. Так, ну я думаю, вот так хватит. Вот. Ну да, мы да, сможем да. полностью смотреть на все вот это вот свысока, действие, что там происходит. И потом, если что, быстренько забраться сразу вот сюда. Выглядит неплохо. К нам. Так, надо будет сломать только вот этот блок. Ну, можешь его сломать чем-нибудь? Ну, сейчас или, сломаю. Или рукой поковырять. Ну, так, рукой давай ждем, короче, следующую волну, да? Или какая там? Ну, да. Так, давай волну. Я тоже буду рукой ковырять. Ой, подожди, Так, там мутант, чьи, господи, не мутант, а этот свинозомби, который адский. Ой-ой-ой. Ага, ага. Они ведь очень быстрые. Интересно, они смогут пройти через нашу защиту? Сейчас давай посмотрим. Попробуем. Давай, может, попробуем их отстрелять. Ой, там еще жирные зомбаки, смотри, побежал как-то. Подожди, давай пока посмотрим, что будет. Не, так, вот надо стрелять. Вот этого, да, надо стрелять по ним. Вот, если что, сразу отстреливаем, чтобы они просто не имели ни малейшего шанса противостоять нашим растениям. Так, смотри, побежал как, а? Борзый ага. какой. Прыгает. Так, вот этого давай тоже завалим. Да. Этих. Прям всех будем разносить по полной программе, потому что нам нельзя допускать ошибок. Если зомби загрызут вообще, наши растения, то мы останемся просто ни с чем. Вот, нам еще как бы с боссом сражаться, вон там зомби-йети да, стоит этот. Да. Ну-ка, получайте. Так, если мы набьем достаточно большое количество ресурсов, возможно, мы сможем купить ту ядерную базуку, чтобы она снижала прям... Да, это бум! Прям напоследок, так, ну-ка, получай, зомбятина, хорошо, пока просто отлично справляемся. Нам бы, наверное, еще, знаешь, что стоило? Поставить паутину перед шипами, чтобы они замедлялись, потом ловушка, а потом еще замедление. Ой, тогда, ну, мне не кажется, знаю. Было бы можно, просто можно, наверное, замечательно. Можно, сделать и так. Но это мы сделаем уже после следующей, вернее, после вот этой волны. Так, смотри, зомби до сих пор идут, сколько да, их там? Да, не знаю, блин, да много уж. Походу. Очень. Нам нужно пополнять нашу армию и, наверное, скоро начинать заботиться о своей броне, потому что у нас старенькая кобальтовая броня, вот, которая уже будет, да. скорее всего, не так сильно защищать, а на босса, если мы пойдем, нужна, да. 100% нам нужно будет очень-таки нехило укрепиться. Так, смотри, до сих пор идут, офигеть, да что так ты будешь делать, какой-то, а? Зато представь, сколько нас нагрудников ждет. Я уже вижу, там такая куча лута валяется, просто офигеть можно. У нас сейчас, как обычно, будут полные инвентари гнилой плоти, и нам придется ее куда-то тратить. Да. Но, слава богу, мы знаем, найдем, куда это все дело найдем, можно куда. Израсходовать, и причем очень-таки быстро. И с довольно большой выгодой. Так, да, это получайте, точно. О, заканчивается волна, смотри. Заканчивается, о, наконец-то. Это мы какую, шестую уже прошли? Да, шестую. Офигеть, слушай, мы с тобой прям вообще летим по этим волнам. Так, ну-ка, стоп. Оп. Все, можно десантироваться и отправляться собирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот да. Нифига себе, у меня уже полный инвентарь, да. Так, давай у меня почти, заберем да. все мелкие штуки, вот, и потом останутся нагрудники только валяться. И мы тоже это потом все заберем. Так, ой, сколько здесь опыта. Посмотрим, что тут 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. Так, нужно забрать себе как можно больше уровней, так, потому вот что незачем зачаровывать вещи будет. 22-й. Я ничего не вижу сейчас просто вообще. 23-й. Понятное дело. Загреб весь опыт себе, короче. Так, давай 25-й и... Чуть-чуть не хватило. 25-й уровень. Хорошо, замечательно. Так, ну что, так, отправляемся к торговцам. Один нагрудник остался. Получается, да? А, нет, два, три нагрудника осталось. А, ну ладно, сейчас, короче, вернемся. Да, давай, выкидывай все и возвращаемся, короче, потом назад. Забирать остальное. Ой, сколько тут всего, ё-моё. Да, тут всего. Я даже не знаю, о чем. Может, сразу на кожу все поменяем, чтобы можно было броню себе приобрести? Да, давай. Так, хорошо, меняем все на кожу, и нужно что-то выбросить, я даже не знаю что. Давай выбросим вот эти штуки. Так меняем раз, тоже на кожу. Нагрудник. Блин, ё-моё, сколько же всего здесь. Два, а? Так, давай выкидываем три, еще нагрудник. Вот эти патроны. Тоже все абсолютно меняем на кожу, а потом... А, кстати, мы, наверное, сейчас сразу и докупим. Так, ну-ка, где здесь валялся еще мусорок вот этот? Это тоже все можно... Золотые эти частички можно обменять было где-то... Подожди, где можно было обменять золотые частички? Я, по-моему, где-то видел. Так, по-моему... Подождите. Так. А, вот у Дэйва, по-моему, можно было обменять. Да, у него? Вот. Ага. 8 гнилой плоти я заработал. Так, отправляемся сюда. И смотрим, что у нас по ресурсам мы имеем. Нам хватит... Ну, давай будем покупать, в принципе, целый сет. Вот так, сейчас кому-нибудь да он достанется. Так, покупаем нагрудник, покупаем вот эту штуку. Хватает еще на сапоги. И у нас остается 30. Нам нужно еще сколько, получается? 18 кусков кожи. Так, 48. Все, готово. Я купил 2 сета брони крутой. О, крутяк. И сейчас мы сможем все это дело на себя примерить. Так, держи, это давай. Твоя броня. Это будет моя броня. Зачем? Так, она там чем-то заряжается, нет? Да, она заряжается, вот. Но сейчас нужно будет еще купить. Ага, батарейкой. Угу. Так, тебе есть за что купить или тебе купить? Не, купи, я все тебе скинул.
Хорошо, сейчас, Нубик, погоди секундочку, я смотрю, что мы можем еще приобрести. Так, батарейки, значит, берем 10 штук, я думаю, этого нам должно хватить. Половина тебе, половина мне, как обычно. Так, что мы еще здесь можем приобрести? Я хотел купить немного паутины, чтобы поставить ее там. О, кстати, мы быстро бегаем и высоко прыгаем. Да, и высоко прыгаем. Прям вообще замечательно. Так, идем сюда, расставляем паутину. По идее, вот такая двойная ловушка с паутиной должна очень-таки неплохо замедлять зомби. Так, это сюда, это ну можно выбросить. А, вон туда. Хорошо, все, подожди, так. Подожди, я могу. А ну-ка, что я такое? Могу? Ой, я могу допрыгнуть. Нет, подожди. Или... А я могу сюда допрыгнуть. А, я тоже могу. Ха, прикольно. Слушай, ну да, это прикольная тема, но использовать мы это не будем. Так, хорошо, это сюда. У нас есть еще по-прежнему 2,5 стака, даже чуть больше. Гнилой плоти, мы можем приобрести себе еще грибов. Сколько нам не хватает этих? Так, подожди, давай посчитаем. Нам нужно купить, чтобы сделать прям вообще симметрично. Раз, два. Так, раз, два. Так, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, три. Три вот таких вот, значит. Так, давай сейчас сразу будем покупать. 3 сторожевых гриба покупаем сюда. Расставляем все это дело. И все будет просто замечательно. Так, сюда одного. И сюда нужно будет еще одного поставить. Получается, они вот у нас стоят там, уже где... Да. Там, где вот такие вот. Так, и, наверное, еще 2 нужно будет купить. Так, сторожевой гриб, сторожевой гриб. Вот сюда один ставим. И так, ну-ка, грибочек, давай на место. Шуруй. Давай, 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 давай. Ты, ты смотри, какой, а? Упертый. Да, ладно, хорошо. Ты посмотри, лянь. Оставим, оставим. Так, так, теперь нам нужно купить один. И сюда еще один, да? 2 ледяных горохострельчика, которые у нас по 2 стоят. Замечательно. Так, отправляемся снова сюда. Ставим их. Так, ну-ка, ну-ка, вот так вот. Есть, одного поставили. Идем теперь сюда. У нас уже просто нереальных размеров армия получается, ребята. И это очень здорово. Ну так, да. Теперь раз, два, три, четыре, 5 ледогрибов. Но, скорее всего, нам не хватит. Так, ну-ка, давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, 5. Нет, слушай, нам хватает как раз-таки. Мы практически доделали... Хорошо. Нашу вот такую армию до конца. Так, ну-ка давай подпрыгнем, посмотрим. С высоты, вот так раз, вот так два. Так, ну-ка дайте поставить. Блин, этот грибочек немножечко мешает. Так, ну-ка, опа, вот так вот, все, я его подвинул, хорошо. Замечательно, блин, он вытолкнул его. Ой, у него такое недовольное лицо еще. Так, есть контакт, хорошо. И теперь сколько? Раз, два, три, четыре, 5. Получается грибищ вот этих нам нужно купить. Раз, два, 3, 4, и нам немножечко не хватает, блин, нужно срочно обменять еще. Так, давай возьмем вот это вот и сделаем 15-ку, хорошо. Все, я потратил всю гнилую плоть, которая у нас была. Угу. У нас еще есть синие частички, и я думаю, что мы сможем потом закупиться патронами на эти синие частички. Да, ну, либо да. Обменять их все на эту гнилую плоть, в общем, посмотрим. Так, ставим сюда все и ставим, получается, вот сюда. Да, вот такая вот, ну, вот, ну почти. Это уже, конечно, выглядит реально устрашающе. Это точно, Нубик. Слушай, у нас почти симметричная армия получилась. Давай ждать следующие волны зомби и будем с ними расправляться. Ой-ой-ой, что происходит? Это кто? Нубик, это Гаргантюа. Офигеть. Гаргантюа. Да, это Гаргантюа, эти огромные зомбаки, про которых мы с тобой сегодня разговаривали. Офигеть, надо с ними расправляться. Так, слышишь, получай. Эй, он бежит сюда. Давай, давай, растения, растения, валите их. Ничего себе тут у нас. Слава богу, они зажимают. Смотри, в углы просто защемили их, и они там стоят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, а что мы с ними делать-то будем? Как мы их сейчас завалим? Как-то завалим, грибы помогут нам. Они настолько живучие, капец, мы с ними не справимся, наверное. Так-так-так, ну-ка, получайте, получайте. Ну-ка, ну а тебе, это какая у нас седьмая волна уже? Седьмая, по-моему, да. А чё, в смысле Гаргантюа? Давай вот этого левого будем гасить, слышишь? Давай. Так, будем просто по нему поливать, там еще эти грибища в него стреляют. Да, но мне кажется... Он очень прям плотный. Ты посмотри, какой он огромный. Он, блин, как стена высотой. Ага. Так, и еще у него дорожный знак этот в руке. Если он им бабахнет, то, мне кажется, снесет сразу в половину наших растений. Это ну-ка. Точно. Или нас половину. Слава богу, они не дают ему сюда подойти. И это прям вообще суперская такая вот тема. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, хотя, если он будет как-то закрываться, чем-то прикрываться, знаешь, типа, то, возможно, он сможет подойти поближе. Да, возможно, сможет. И там уже неизвестно, что будет. Надо с этим срочно что-то делать, Нубик, офигеть, смотри, я по нему стреляю, он до сих пор не откинулся, я уже выстрелил в него больше 5 обоим, по-моему. Так, ну-ка, ну а тебе, ну а получай, офигеть, так, да что он такой живучий? По-моему, заканчиваются патроны. Заканчиваются патроны? Слушай, я да. могу тебе дать этих штук, ты можешь купить, держи, я выкинул тебе. Да? Где? А, вот здесь, сейчас я к проходу скину, держи ага, туда. Ага, давай, давай, давай. Держи, закинул, взял, закинул туда. Взял.
Так, давай, я буду сдерживать, короче, остальных. И, наверное, нам нужно будет что-то купить из оружия помощнее. Потому что мы вообще не можем с ними справиться. Офигеть, да он бессмертный, походу. Так, да ну, как... на, получай. Я не знаю, что мы с ними будем делать, Нубик. Серьезно, ты только на него посмотри. Он реально исполинских размеров. Нам, наверное, нужно собрать ресурсов и купить, скорее всего, эту штуку. Как она? Лазерку? Лазерку, да, наверное. Так, по идее, а это самое мощное оружие. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, ну-ка, на, получай. Смотри там, сколько зомби. Кстати, а нет, волна не заканчивается. Не, не заканчивается, ничего. Мы одного хоть когда-нибудь завалим, сколько у него там жизней. Там еще двое стоят, капец. Да, и реально в том углу еще двое стоят, это просто какая-то жесть. Мне кажется, мы дождемся конца этой волны, быстро подбежим, заберем ресурсы и что-нибудь купим себе. Хотя, да, возможно, я и сейчас смогу пробежаться и собрать там все. Так, ладно, давай попробуем. Может, ну, давай быть, попробуем. Может быть, идея хорошая. Так, нет, не бей. Да, у меня полный инвентарь нагрудников, сейчас я что-нибудь куплю. Давай. О, один упал. Какой? Вот тот, который слева, был, да? Слева, да. Хорош, Нубик, давай, завалили его. Так, я сейчас быстро иду обменивать, я запутался, аж господи, куда бежать. Так, так, гнилая плоть. Так, сюда, и все волна быстренько заканчивается, остаются забираем. Они. Я иду. Так, сейчас лазер один купил, лазер второй купил, и патрончиков для лазера, вот таких вот батарей ядерных, покупаем, и есть контакт. Все, я бегу, Нубик, держись. Давай, так, давай, ты там, давай, да? Давай, да, я здесь. Оп, держи, половина тебе, и лазер тебе тоже, и о, начинаем гасить этого гада, о, и, вернее, поехали. Этих двоих гадов, их там двое. Так, ну-ка. Так, как думаешь, мы быстро смотрим с ним справимся? А вот не знаю, сейчас будем смотреть, со сколько мы с ними там справимся. Слушай, я кое-что тоже придумал. Сейчас я вернусь. Давай, так. Давай. Так. Ну-ка, у нас здесь упал. Есть... Так. Упал, да? Это хорошо, да. Замечаю. А, блин, у нас же нет на силу больше этих штук, ё-моё. Так, но... ну тогда, значит, лазером будем гасить. Я купил бензопилу себе, если что. Вот, поэтому нужно будет что-нибудь с ней предпринять. Если что, можно будет блоки обрубить. Давай добиваем последнего Гаргантюа. Офигеть, почему он такой, блин, живучий? Я это не просто знаю, почему он такой живучий. Титаны в мире зомби. Ну-ка, получайте. Так, нужно ближе подойти. Сблизи урон вроде побольше должен быть. Ага. Так. Заряжаем новую эту батарею. И так, погнали. Подожди, чё ты смотришь, это а? Где? Йоу, следующая волна, чего? Блин, мы еще не добили даже этого Гаргантюа с предыдущей волны. Уже пошла следующая. Так, Нубик, давай, гасим. Это просто какая-то дичь. Ну-ка, это какая, восьмая волна? Да, по-моему, восьмая. Давай, Гаргантюа, месим. Они, короче, отвлекают. Гаргантюа, внимание, отвлекает этих грибич на себя. Нужно, так, чтобы он давай, гасил давай, этих давай, зомби. Давай. Блин, да сколько его? О, все, упал, замочили, хорошо, все, давай. Давай, уничтожаем. Я сейчас пробегу сюда, ресурсы заберу. Ой-ой-ой, свинозомби здесь еще подходят. Так, давай а тоже, ну-ка, наверное, ресурсы на забери. Меня побегите, давайте, попробуйте. Так, Нубик, тихо. А тебе немножко убьешь. Попал. Так, давай, все, гасим дальше. Смотри, выбежал куда, а? Ух ты, хитрюга какой. Побежали, куда собрались? Давай, выдерживаем эту волну. Нифига себе, блин, две волны подряд, чего? Так, я так, такого тихо, не тихо, припомню тихо, даже тихо. Ни разу. Так, ну, собираем все. А у меня уже тоже абсолютно все собираем. Давай, Нубик, собираем. Хорошо, все просто замечательно, есть контакт. Так, давай, нужно еще добить вот этих. Есть, хорошо. Хорошо, просто замечательно. Смотри, мы справляемся с этой волной. Ой, подожди, еще лучше, а чем... это еще что такое? Где? Чего где? Один появился? Откуда он вылез? Ты видел не его? Знаю. Нет. Блин, здесь зомби подходят спереди еще теперь. Так, давай вали Гаргантюа, я буду от забаков отбиваться давай, с этой стороны. Давай, сейчас я его в угол опять зажму, вот так вот. У меня вообще полный инвентарь нагрудника. Ой-ой-ой, нужно срочно с этим так, что-то делать. Я не могу отойти ни на секунду, чтобы поменять это все дело и собирать еще поехали. Дальше. Поехали. Давай. Ой, там, блин, сколько их. Нужно, блин, а почему? Я хочу тот дробовик имбовый, он был очень крутой. Да, так, блин, куда сложнее. Я, конечно, понимаю, что с ним было легко, но все же, блин, я хочу с ним сражаться. Так, ну-ка, давай немножко по Гаргантюа повалю. Так, помогу тебе. Давай, у меня же 34 уровень, прикинь. О, у меня 35. Нормально, ты там нормально насобирал опыта. Блин, да отстаньте от меня, че вы подходите-то с этой стороны, зомби дурацкие. Так, есть. Сюда стреляют большинство грибищ, и это очень сильно помогает. Кстати, волна закончилась, по-моему, да? А, нет, не закончилась. Так, Гаргантюа, все силы... Ай, блин, меня в паутину загнали. Ты че, офигел? Нормально. Я живу, пока я живу. Так, ну-ка, на тебе. Есть. Нубик, так, это ты там стоишь, да? Да, это я стою. Там зомби сзади тебя ходят, если что. Да, вижу. Давай, походим сюда. Так, забираем опыт этот, чтобы он не валялся и не нагружал нам нашу арену лишним мусором. Так, ну-ка. Этого Гаргантюа гаси, Гаргантюа добивай. Да, я стреляю по нему.
Давай я тоже в него зажимаю. Вот так, вот так, вот так зомби подходят. Да, хорошо, хорошо. Пока просто замечательно справляемся. Восьмая волна, мы пока что живые. Еще особых сложностей не испытывали. За исключением вот этой, блин, второй волны подряд. Ну, вернее, седьмая и восьмая волна прям сразу пошли. Что-то я такого не ожидал. И еще четыре... Ой, тихо, Нубик, так, прям под лазер идешь. Нормально. Четыре гаргантюа, это, конечно, слишком. Ну-ка, ну-ка, они очень живучие. Ё-моё. Очень живучие, блин. Так, интересно, так, а если... Тихо. Давай, давай, слушай, помогаю. Так, оп-оп-оп, нужно его добить, слушай, он уже тут задолбал стоять, он отвлекает внимание грибов на себя. Так, блин, только... его, блин, на, добить. Я сейчас бензопилой, бензопилой всё, зарубил. Нормально, хорошо. Нормально. Давай, добиваем зомбятину эту, вроде бы их осталось не так много, все. Фу. Так, всё, да? Так, конечная, хорошо. Да. Мы прошли 8 волн уже, ё-моё, это прям вообще было жестко. Глянь, тут сколько всего лежит, это капец. Да я вижу, погнали обменивать. У нас тут, блин, полный инвентарь абсолютно всего. Так, на что будем менять? На плоть? Так, ну я даже не знаю. Ну нам вроде больше ничего не надо, поэтому будем, наверное, менять ну, на плоть. Ну да, на плоть, наверное, да. Сейчас мы себе такое отбабахаем. Я бы, наверное, выкидывал еще лишнее, потому что здесь куча всего валяется. Так, это тоже мы убираем, это сюда. Давай, наверное, сноси все ресурсы сюда, я буду сразу все обменивать, потому что да, у меня тут сейчас все абсолютно забитое. Так, мясо нам тоже больше не понадобится, поэтому от него можно и избавиться с большим удовольствием. Так, забираем еще вот эти вот штуки, меняем сюда и потом отправляемся сюда. Так, так, что там? О, капец тут всего. Что там, Нубик, что там такое? Много ресурсов лежит. Прям вообще много? Так, много, что-то не то, да, нормально, делать. Нормально. Так, я меняю, короче, частички синие вот эти, потому что патронов у нас, в принципе, предостаточно. Нам единственное, что нужно будет, и яблок золотых купить на будущее. Я надеюсь, у нас хватит синих частичек. Да, по идее, должно хватить синих частичек. Все это сюда мы обмениваем. Так, кожу теперь нужно абсолютно всю обменять еще. Так, по-быстренькому мы это делаем. Так, что ты там несешь, нагрузник? Я несу. Давай, мне здесь 3 стака кожи было, просто офигеть. Так, может быть, поехали. Тебе что-нибудь еще купить? Бензопилу, например. Да не надо мне бензопилу. Так, давай, я обмениваю. О, все, у меня место закончилось. Так, блин, оп, это выкидываем так, сюда. Так, я побежал снова дальше. Давай, Нубик, давай, отправляйся дальше, собирай. И я буду по-прежнему здесь, и сейчас будем все это доменивать. Так, сюда доменяли, вот здесь не хватает чуть-чуть, сюда еще чуть-чуть доменяем, сюда и вот так, хорошо. Так, с нагрудник у нас здесь валялся, мы его тоже меняем. Так, подожди, это куда выкинулось-то, а? Давайте, ну-ка, давайте, а, подождите. Все. Да, ё-моё, тихо, где эта плоть? Ага, я ее поднял, все хорошо. Так, это броня, о, здесь тоже плоть валялась, чё? Хорошо, так, слушай, еще больше плоти. Чем мы можем еще купить, а? Грибов. Грибов, больше грибов, хорошо. Нубик, я тебя услышал, закупаемся грибищами по полной программе. Так, я покупаю просто на все деньги их. Так. У нас дальше армия будет состоять чисто из грибищ. Так, вот. Слушай, я их здесь вот сейчас... Это я понимаю. Я их накуплю здесь, а ты будешь расставлять, потому что у меня тоже не влезет. Ага. Сюда. Ага. Так. Здесь этих нагрудников. Так, что там, вообще много? Много. Слушай, я думаю, мы можем больше не собирать. У меня еще столько ресурсов осталось. И мне уже грибищ некуда складывать. Тут их я не знаю, сколько вообще. Давай, так, я слышу, давай, наверное, этот... Не будем больше собирать ресурсы, потому что у нас просто вообще всего навалом. А, яблоки можно... А, ну на яблоки тоже мне хватит. Так, ну так, что, все тогда? Так, и там давай еще один. И даже не один. Оп-оп. Так, вроде забрал. Ну да, забрал. Так. Я предлагаю, что? Наша армия уже не симметричная, она просто идет в разнобой, потому что у нас слишком много грибов, прям вообще толпы. Давай сбоку где-нибудь ставить будем еще. Я начал сбоку ставить. Так, не, прям вот сюда поставил, короче, понял. Хорошо, там еще остались? Раз, два, три, 6 штук. Нет, ты все забрал, хорошо. Так, давай. А, в смысле, там мне не остались. Давай вот сюда всех расставляй, короче, так, тихо. Вот сюда ставим одного, вот сюда. Мне кажется, сейчас будет просто полнейший разнос. Заберем вот эти последние нагрудники и отправимся сейчас все это... Ой, Нубик, ты что здесь накидал? Просто какая-то жесть. Последние нагрудники, да? Да, последние нагрудники. У меня просто до сих пор места в инвентаре нету. Я уже обменял 3 партии нагрудников, а у меня просто нет места. Что делать, блин? Так, хорошо. Вот сюда. И, наверное, нет, вон еще нагрудничек валяется. Я не могу его там оставить. Это же лишние 5 этих кусков гнилой плоти. Так, давай прикупим себе базугу. Почему нет? Да, по одной. Возможно, даже не одну. Накупим гранат.
Так, сразу купим вот эти две штуки, вот этих штук накупим. Так, хорошо, 22 яблока у нас есть, и покупаем гранаты. Так, сразу, наверное, прям, да дофигища можно гранат купить, мне кажется. Так, ну все. Да. Давай, держи тебе, тебе. Давай. Ну, могу гранаты кинуть еще, если хочешь. Ну, давай, да, понадобится. Все, погнали ждать следующие волны, офигеть, да, мне кажется. Будем. Мы уже очень близко к финалу. Давай, Нубик, дожидаемся, какой это у нас? Девятая и десятая волна будет? Десятая, да, наверное. Офигеть. Ну что, давай, ждем тогда эту волну и встретим ее по достоинству. Так, ой-ой-ой-ой, что здесь за метры? Смотри, еще четыре гаргантюа. И волны зомбаков идут. Так. Наши грибищи справляются. Ну-ка. Ну-ка, получай, туда гранату закинул. Бам, неплохо. Пока что мы живем, Нубик. Давай. О, смотри, они его выкинули за арену вообще. Нормально так. Он вообще упал туда. Так, а как мы его сюда депортируем-то, а? Да никак, пусть там стоит. Гриппнул, ты что, офигел? Смотри, что делать. Так, вот где моя лазерка? Я что-то ее переложил, когда брал эти грибищи. Так, не, ну слушай, мы избавились от одного гаргантюа, и это довольно-таки неплохо. Ну-ка. Да, по-моему, вполне замечательно. А лови еще гранату. Ух ты, нифига. Да, там побежал. Чуть второй не улетел. Так, ну-ка, получайте, вот так вот. Ну, это уже девятая волна, между прочим, друзья, идет у нас, а мы справляемся просто замечательно. У нас очень огромная армия грибов, они нам очень сильно помогают. У нас все хорошо. Они нас прям реально очень-очень-очень сильно спасают от просто полчищ зомби, потому что их тут нереальное количество. Ну, тогда мы не будем трогать того гаргантюа четвертого, да? Да зачем? Ну, выкинули за арену, все, победили как бы. До свидания, пускай идет домой. Да, вот, да, все как просто. Бы не в тот район зашел, вот. Пятки оторвал. Да, все вот. Правильно. Так что, давай, выносим все вот эти остатки зомби. Ну, вернее, как остатки. Их там еще дофигища. Я буду стрелять в гаргантюа. Так, ну-ка. Нет, поэтому... Я тоже буду в них стрелять. Я прям стою вот здесь вот. И просто зажму в них. Буду гасить, просто пока они все не упадут. Ну-ка, получайте. Да, я тоже. Хорошо, надо еще ты этот, слышишь, следи за зомби. Если они будут вылазить, то сразу кричи, чтобы я переключился на них. Так, подожди. Ага. Оп. Не, пока все нормально. Зомби даже не могут выйти из своей вот этой проходы или что это у них такое. Будка, блин. Будка зомби, ну да, типа того. Они даже не могут выйти из своей будки, и это просто замечательно. Это означает, что мы справляемся просто, ну как, на 5 звезд. Да, на 5 из 5. Да. Так, ну-ка, получай. Я думаю, уже один скоро откинется, вот этот, который ближе ко мне идет, потому что в него, по-моему, мы вдвоем вливаем все. Ну-ка. Да. Вообще, капец, они такие живучие. Че, блин, они, че? О, вот завалили. Один отвалился, хорошо. Поехали. Прикинь, дальше. Сколько они мозгов съели, Нубик. Капец, блин. Это просто полная... Представлять не хочу. Полная даже. Жесть. Так, давай еще гранат туда заметнем, короче, к этим зомбарям. На, получай, хорошо. Достаем снова лазерку и продолжаем уничтожать гаргантюа. Так бы их было 3, но теперь осталось 2, потому что одного мы депортировали за пределы арены. И он тусуется там. Прикинь, он сейчас стену проломит, короче, и зайдет в ночку с боссом драться. Это будет вообще жесть. О, так, второй упал. Блин, а интересно, вот этот... Ой, что, третий упал! Что, справились? Слушай, нормально мы с тобой? Это наверное, растения так сильно помогают. Ну, останется, так, да. Останется расправиться только с зомбарями и, наверное... Знаешь что, давай бомбанем с этой с базуки. Давай. И... Давай! Опа, пошла, родная! О хорошо! Слушай, нифига себе, прям вообще замечательно. У нас осталась еще одна вот эта базука, потому что... Опа, вот туда сейчас мы ее выбросим куда-нибудь на стену. Ой, что это произошло? Что произошло? А я, наверное, от падения урон получу, я перепугался, я подумал, что мне взрыв какой-то прилетел. Так, у нас осталась одна базука, вот, то есть с одним зарядом, и, наверное, мы ее используем на ком? На боссе, может, используем? Или на следующей волне? На десятой. Да, давай на следующей волне. Офигеть, ты только посмотри, они до сих пор идут, это девятая волна, и она кажется бесконечной. Но я надеюсь, она когда-нибудь закончится. Возможно, стоит побыстрее расправляться с зомбарями. Да, так, стоит, ну, помогать, так, стоит помогать грибам, мне кажется. Ой-ой-ой, хорошо попал. Вот это тоже было замечательное. Прям, ой-ой, трехочковая граната. Так, и еще одна. По-моему, их меньше. Они закончились. Вообще замечательно. Девятая волна оказалась не такой бесконечной. Интересно, будут ли еще вот эти гаргантюа или нет? Как ты думаешь? Слушай, я не знаю. Да нет, наверное. Ждем десятую волну тогда, да? Ты ресурсы собираешь или что? Да нет, ну так опыт побегал, пособирал, чисто знаешь. А она сразу будет интересна или нет? А не знаю я. Вон они, смотри, там пауки еще. О-о-о-о-о-о-о. Ё-моё, вот это вот, да, пауки прыгать будут интересно, или вот эти грибищи их все будут просто сносить? Мне кажется, они их быстрее справятся с ними.
Ну, возможно. Смотри, скелет вышел и сразу упал. Ну, вообще нет шансов. Какие же они слабые, господи. Ну, либо это мы слишком сильные. Нет, ну, по идее, это, да. Наверное, мы. Это даже не мы, а грибы слишком сильные. Ты представь, если бы такая толпа нет, на нас. О, смотри, выпрыгнул. Налетела. Смотри, гриб сидит. Вернее, между грибов что? Сидит паук. Чё, лянь они, чё? Так, нормально, короче, завалили его. Может, они не хотят по паукам стрелять, а по ним просто случайно попадает, а? Не знаю. Да они вроде странно. Не особо-то и... Слушай, а Гаргантюа там сидит? А, сейчас гляну. Ты можешь туда допрыгнуть или нет? Да, вроде сидит, да. А как нам туда попасть? Вон, да, башка его там стоит. Ой, я попал по нему. Да, ой, ты тоже попал. Хорош, хорош. Да. Так, ну-ка, нужно гранатку заметнуть. Оп, есть гранатка. Нифига там они взорвались. Ты бы видел, нубик. Их просто разнесло на куски. Так, ну-ка, получай еще гранату. И так, еще. Ну да, вот это дело, конечно. Слушай, у меня закончились гранаты. Я, наверное, пойду обменяю плоть на частички и куплю еще... А, подожди, гранаты у нас не за этот. Гранаты у нас как раз-таки за плоть. Так, ага. Берем сюда. А у меня есть 8 штук. Поможет тебе? О, Лянь, ну, он вернулся на арену! Где? 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 Он вернулся на арену! Как он перелез через стену? Она же такая я высокая. Я не знаю. Ну, хотя он через нее перелез, чтобы вылезть. Как бы вытолкнули мы его. Ну, да. Так, погнали тогда с ним расправляться. Офигеть, я что-то прям не ожидал, что такое будет. Так, 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 так. Интересно, у него там здоровья много или нет? Как ты думаешь? Не знаю, да половина может быть. Хотя так, давай, давай, гасим, гасим, гасим. Десятая волна уже здесь идет, и это просто офигеть. Мы даже не обращаем на нее внимания. Ну, да, как бы. Слушай, это просто офигительная арена. Мне она суперски нравится. А тебе нравится эта арена? Конечно, спрашиваешь. Так, 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 так. Ну-ка получай. У меня уже половина батарейки в этом лазере осталась. Ну-ка, скоро нужно будет заряжать новую. Давай, 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 Гаргантюа. Ну что такое? Сколько у тебя здоровья, господи? У нас лазер это... Очень много. Самая сильная... Ай, что по мне попало? Что по мне попало? Паук, походу, попал. Или что это такое? Может быть. Так, что-то я испугался. Так, ладно, продолжаем. Лазер, это, по идее, у нас самое сильное оружие на этой арене, потому что другого у нас более сильного нет. И ну как да. Бы, удивительно то, что он настолько живучий, он так долго живет под двумя лазерами и кучей грибов. Ну как можно столько урона выдерживать, а? Кажется, это реально какие-то мини-боссы. У него, наверное, шкура, как у бегемота. Слышишь, может, это вообще бегемот? А прикинь, босс какой будет тогда? Я не знаю. Мне ну так я не даже... хочу... Я не хочу это представлять. Я надеюсь, мы с ним легко разберемся с помощью растений. Они, надеюсь, нам будут сильно помогать. И я просто уже надеюсь. Просто все будет зашибись. Так, ну-ка, получи. Да когда он уже откинется-то, а? Ну, там уже волна, по идее, скоро закончится. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, а тебе, на тебе, на тебе. Получай. Так, я уже чую, он, по идее, должен сейчас откинуться. Три, два, один. Падай. Ну же, давай, падай. Ну, почти. Три, два, один. О, упал. Нормально. Почти, почти, почти угадал. Давай добиваем зомби быстрее этих всех дурацких, потому что их тут прям вообще толпа целая да, идет. Слишком много, капец какой-то вообще. Мне кажется, настало время бомбануть второй заряд нашей ядерной базуки. Да. Оп, ну-ка, ну-ка, и пошел, вот прям. Ну, хорошо. Да. И паук выпрыгнул. Откуда ты взялся, а? Господи, что тебе надо здесь? Ненавижу пауков. Нубик, ты пауков любишь? Нет, конечно, спрашиваешь. Вообще, кто любит пауков? Мне кажется, процент населения, которое любит пауков, настолько маленький, что его даже можно посчитать по пальцам. Какие-то я не знаю. Вот, ребята, так. Напишите в комментариях, как вы думаете, вот вы любите пауков? Вот вы, вот вы. Вот ты, который сейчас смотрит видос. А ты поставил лайк? Да. Ты любишь пауков давай, или нет? Добиваем, добиваем, добиваем зомби, там их прям вообще дофигища что-то пошло, вылезло прям нормально так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Они, наверное, чуют конец волны и все, по идее, потихоньку сдаются. Ну-ка, да. На тебе, получай. Или просто мы им не даем выйти даже. Ну, я не знаю, Нубик, кто кому не дает выйти. Они нам или мы? Потому что мы можем перепрыгнуть через стену, а они не могут. Да, мы можем тут делать все, что захотим, пока с боссом не встретились. Ага, вот мы как раз таки не можем делать все, что захотим, пока не завалим всех зомби. А вот когда всех завалим, арену пройдем, тогда можем делать, что захотим. Так, ну-ка, получай, получай, получай. Да сколько их там, а? У меня последняя граната, я, наверное, ее слушай, кидаю я сейчас. Я не знаю, у меня еще штук 10 есть, наверное. Ну, давай, теперь твоя очередь будет их кидать. Только не все сразу кидай, а когда там ну, да, собирается да, толпище да. Зомбаков, тогда и кидай. Так, 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 так. И ты куда выпрыгнул такой, а? Шустрый какой. Так, интересно, нам эти все грибы помогут как-то расправиться с боссом? Мы вообще сможем его выманить сюда? Как ты думаешь? Я думаю, нет. Он, по-моему, слишком здоровый для того, чтобы через эти ворота выйти. Но здесь есть грибы, которые стоят прямо здесь. Я думаю, они должны до него достреливать, поэтому, возможно, они будут нам кое-как помогать. Посмотрим. Так, в любом случае, нужно будет съесть золотое яблоко и использовать стимулятор на защиту. 100%. Чтобы... О,
С нами еще не произошло. Ей, мы прошли 10 волн на этой арене растений против зомби. Господи, эта граната бабахнула. Это я. Ну что, этот, ты готов? Так. Я съел яблоко, использовал шприц и готов пришли сражаться. Ну давай. Так, ну чё, давай, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Так, давай посмотрим, у него здоровье, по-моему, вообще не отнимается, да? Поехали. Отнимается. Поехали по нему стрелять. Давай. Нубик, по-моему, он бессмертный. А, нет, вон потихонечку снимается. Да, ёшкин кот. Давай, сейчас мы будем по нему зажимать. Сколько мы будем? Так, давай бензопилой попробуй порубить его, потому что, оп, бензопила должна вроде много урона наносить. Ой-ой-ой, слушай. Ну, бензопилой нормально так сносится. Хотя, ой-ой-ой-ой-ой, половина здоровья-то осталось. Аккуратно, ты чё? Да, что-то яблоко закончилось, я не уследил. Давай. Слышь, мы его долго будем месить. А? Офигеть! А что? Это что такое? Делать? Я хочу эту арену пройти, мы ее так, блин, проходим долго. Слушай, а что делать? Мы вообще его настолько долго месим что-то. Так. Ну, давай я вот здесь стану, короче. Ну, давай, да. Он всё, неповоротливый, но, блин, больно бьется походу. Слушай, давай, наверное, возьмем две бензопилы и попробуем его запилить, а? Прям запилить? Ну тогда нам нужны будут еще эти медиксы. Ну, ты понял. Ну я думаю, может быть, нам хватит. Сейчас я посмотрю, у меня ресурсов нет на бету. У тебя есть ресурсы? Ну смотри, у меня тут как бы немного. Сейчас. Иди, купи себе бензопилу, слышь, а я попробую пока его порубить. Ай, блин, духа прилетела. На бензопилу должно хватить. Так. Давай, она там вроде не сильно дорого стоит. Я вот сюда захожу и просто продолжаю рубить. Ребята, этот зомби Йети, он просто нереально живучий. Нам нужно с ними что-то придумывать. Так. О. Не, слушай, бензопилой сносится прям в разы быстрее. Так. В две бензопилы мы должны его сносить просто молниеносно. Интересно. Получай. Так, у меня 10 секунд осталось. Давай. Так, Нубик, несешь там бензопилу? Да, несу. Вот, купил. Оп. Одна секунда. Отходим. Кушаем. Погнали. Давай, пилим. Тихо. Держись там, Нубик. Яблочко, поехали. Мы ему даже половины еще не снесли. Че это за боссы такие пошли здесь, а? А не знаю я. На тебе, получай. Во-во-во. Не, ну нормально сносим, да? Ну да, вроде ничего так. Так, зажали в угол сюда. Так, у меня еще 7 яблок. Давай я буду есть сначала яблоки, а потом да, ты. Да, давай. Так, 7 секунд. Оп. Тихо, оп, блин, на тебя переключился. Так. Ты отбегай, если что, чтобы за мной он пошел. Оп, есть, хорошо. Все, нормальненько. Продолжаем, гасим его. Надеюсь, заряда бензопилы хватит, чтобы добить его. Если что, будем уже достреливать должно. С помощью... А у меня и патронов на лазерке не так много, кстати. Так, ну-ка, ну да. О, блин, ну-ка, да получай. У меня тоже на самом-то деле. Давай, Нубик, давай, гасим. У меня 10 секунд еще осталось этой штуки. Офигеть, слушай, мы вообще его, походу, долго будем гасить, да? Да, походу, очень долго. Да уж. Без дефабрикатора не так уж легко. Ну ладно, что нам остается? Точно. Будем его потихоньку пилить, наверное, лазерками выжигать. Так, да, так. Я его, блядь... А, хотя нет, смотри, что-то пошло, слышишь, лазерка это быстрее. Подожди, ой, не, стой, я его, блин, сейчас... Давай лазерками, Нубик, лазерками быстрее будет, по-моему. Да, давай. Так, блин, прям, он на меня... Прям он вообще отлетает. Он на меня переагрился. Иди прям за ним, слышишь, иди прям за ним, давай, вот так давай, вот поближе. Давай. Чтобы урона побольше впитывать. Так. Яблоко. Так, я яблоком, у меня все хорошо. Во, мы так ему вдвоем прям вообще быстро сносим. Может быть... А, ну у нас паутины больше нет, к сожалению. Так, нет же, конечно. Блин, нет, да, нету паутины. Ну, почти половину уже снесли ему, слушай, нормально так-то. Так, теперь за мной идет, да? Так, у тебя там яблочко нормально. 13 секунд еще. Так, продолжаем. Гасим. По полной программе просто уничтожаем этого дурацкого зомби-йети. Оп. Все, яблоко новое кушаем. 4 так, штуки давай, у меня давай, было. Так, и остается 3. Надо. Не ешь еще, Нубик, не ешь. Так, у меня еще так, 6 так. штук остается, нормально. Вот, теперь ешь. Меня переагрился, а я уже съел. Ага. Так. Слышь, что-то мы теперь ему мало сносим здоровья. Нужно побыстрее ему как-то выносить. Половину уже снесли. Ой-ой-ой-ой, ничего себе, он мне вшатал, блин, 2 раза. Я чуть не упал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь походу этот. Закончилась защита наша. Мне кажется... Ой-ой-ой, так что происходит? Или он яростнее стал под конец? Давай будем так его гасить. У него закончилось это... У нас закончился иммунитет вот этот на защиту, понял? Ага. Офигеть, слушай, как же... Так, ну вроде мы его так можем довольно неплохо байтить. Так. Ну да, как-то можем, да. Главное не отлететь, потому что это довольно опасно. Если что, выбегай за ворота, понял? Ага. Так, мы его пинаем тут по полной программе. Я думаю, он не выберется за ворота, а там грибы, если что, ну уже на крайняк помогут. Я не думаю, что грибы смогут с ним справиться. Ты только посмотри, мы так его долго валим с помощью лазеров в двух. Ну, да. И он до сих пор живой.
Так, это так, еще так, при так, условии, так, что грибы как-то там стреляют. Да-да-да, грибы тоже вносят очень довольно большой урон. Так, отходи. На меня. Так, у меня яблоко. У меня 8 обоим осталось. Ты просто вот так вот, если что, отходи, смотри, яблоки есть не надо. Только потом... Аккуратно. Я постараюсь. Главное вовремя среагировать. Ну что, друзья, как вам такой босс? По-моему, это самый живучий босс из всех, который у нас когда-либо был. Да, так, это точно. Ну-ка. Ну, а тебе получать. Да что ты будешь делать? А сколько он, блин, здоровья у него там? Половина уже. Так. Даже больше половины снесли. Оп. Только половину? А ты видишь у него это название? Не вижу. Не видишь? Ну, короче, уже процентов у него 45 осталось где-то. Офигеть. Так. Ой, вот это от меня прилетело. Тихо. Нубик, живи. Живи. Давай гасим дальше. Ну, я пока яблоко постараюсь не кушать. Так, ну да, эконом яблоки, потому что осталось мало. Так, я ускоряюсь, отходим. И продолжаем дальше. Ай, тихо, больно. Так, главное друг по дружке лазером не зарядить, да, потому что будет точно совсем неприятно. Но я вроде научился, как можно ходить вокруг него. О, он убегает, смотри, он походу боится. Убегает? Нет. Это походу был обманный маневр, он пытался заманить, чтобы я подошел поближе. Так, уже осталось процентов 35, у меня еще 6 обоим, пока что мы живем. Так. Блин, у меня 4. Так, проблемки. Ну, если что, пойдешь купишь, понял? У тебя есть частички? Да, есть. Так, меня зажимают. Нубик, можешь отойти, пожалуйста, в центр? Подожди-ка. Так, да гранаты вряд ли будут наносить много урон, только меня задеваешь. Так, тихо. Не надо. Ладно. Так, у него уже процентов, ну, 30 здоровья осталось. Мы вообще его прям быстро сносим. Давай. Хорошо, ну, грибы подключаются кое-как. У него прям вообще улетает. Я думаю, нам должно хватить патронов, чтобы справиться с этим зомби-йети гигантским. Офигеть. Вот это, да, блин, реально какой-то самый здоровый, самый эпичный босс. Здоровый, жирный. Так, что он делает? Ой-ой-ой. Он, по-моему, пытался этот гриб цепануть. Ух ты, блин, он ускорился сюда. Так. Уничтожаем его. Есть. Мы свою тактику нашли, и вроде все хорошо. Ну, вроде как да. Только вот мне сейчас плюха прилетела такая на пол лица. Довольно неприятно. Он на тебя идет. Тихо, поехали. У меня перезарядка. Ай, на меня сразу переключился. Ты понял, а? Ты понял, какой хитрый? Так. Ну-ка. Вот здесь вот давай. Задерживаем его. Осталось уже чуть-чуть. Примерно процентов 20. Так. Это хорошо. Так. Ну-ка. Ой-ой-ой, тихо. У меня 3 обоймы, Нубик. Как думаешь, справимся или нет? Не знаю. Но если что, придется бензопилой добивать, потому что другого варианта у нас нет. Да, за патронами бежать некогда будет. Так, это не совсем честно получится. Я его сзади пилю просто максимально, как только я могу. Я тоже его пилю, как только могу. Так, осталось совсем мало, процентов 10 уже, Нубик, давай, почти справились с этим боссом, офигеть, какой же он живучий. Так, блин. 2 обоймы, по-моему, нам все-таки придется добивать бензопилой. Так, наверное, отходи. Отходи, я отхожу. Ай-яй-яй, тихо, он на тебя переключился. Аккуратно. Оп-оп-оп. Давай, теперь за мной идет. Ну-ка, давай, у меня перезарядка сейчас будет. Так, снова на меня, давай, переключайся, ну же. Давай. Так, давай. У меня 2 обоймы осталось. Я, наверное, сейчас свою последнюю достреливаю, скорее всего. Оп-оп-оп. Ну, мы почти его добили, Нубик, там у него чуть-чуть остается. Так, хорошо. Так, все. Давай. Да, значит, яблоко. Давай. Нет, пока не трогай. Ты будешь пилить его? Ну давай, хорошо, давай. Тихо. Я, наверное, за патронами погнал. Нубик, давай, мы должны его так добить, не надо патроны. Так. Давай, чуть-чуть осталось. Иди сюда. Сейчас, быстренько. Так, все, я перезаряжаюсь и бегу. Давай. У него вообще чуть-чуть осталось. У меня 40 патронов осталось. Так. К нему близко сейчас очень опасно. Серьезно, да? Ну он там, по идее, очень больно бьет. Очень больно бьет. Ну-ка, давай, вообще чуть-чуть осталось. Давай, ну же. Все, патроны закончили. Бензопилой добью. Добили. Все. Офигеть, ты посмотри, какую тушу завалили. Это было жестоко. Это прям вообще лютый какой-то был зомбак. Я такого еще никогда не видел. Да, давай его взрывай гранатами. Вот так вот. Будет знать, как нападать на нас на арене. Ну что, друзья, вот и закончилась наша арена с растениями против зомби, 5-я часть. Если она вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами, как всегда, был профессионал енот, мой друг Нубик, а также откинувшийся зомби-йети. Куча грибов, а также горохострелов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребята! Пока, ребята!